Анна Корникова и Энрике Иглесиас обнародовали свежее видео, где запечатлели своих детей, дочь Люси и сына Николаса. И если девочка задорно смеется в руках отца, то мальчик абсолютно серьезен, сидя на руках танцующей теннисистки. В своих аккаунтах в социальной сети Instagram Анна Корникова и Энрике Иглесиас опубликовали несколько роликов. Первым начал латиноамериканский исполнитель. Энрике выложил видео, на котором раскачивает дочь Люси. Девочка смеется в руках отца, стоящего на борту яхты. На другой записи Иглесиас танцует с малышкой в комнате, видимо, в каюте. Теннисистка тоже решила не отставать. Анна выложила ролик, где зажигательно двигается под музыку, держа на одной руке сына Николаса. Однако, в отличие от сестры, мальчик сохраняет абсолютную серьезность и невозмутимость, в то время как Курникова широко улыбается, пританцовывая. Многочисленные поклонники пришли в восторг от малышей. «Какой милый! Сладкий, как мило вы сделали мой день, я посмотрела это видео 1000 раз. Спасибо вам с Энрике за эти милые видео. Вы, конечно, уже знаете, но я не могу не сказать еще раз. Вы моя самая любимая танцовщица, дорогая Анна. Да благословит Бог вас, Энрике и ваших сладких двойняшек. Это лучший подарок на Рождество. Мы вас очень любим». Даже не улыбнется серьезный парень, прокомментировали видео подписчики. Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Корникова вместе уже 17 лет. Оформили ли они свои отношения, точно неизвестно. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей, Люси и Николаса. Некоторые предполагают, что малышам уже исполнился год.